Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. Фонд капремонта ищет подрядчиков. Приступить к организации и проведению конкурсного отбора подрядных организаций планируют в этом году, говорится на сайте организации. Подрядчики будут выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проектно-изыскательских работ и строительному контролю. Для организаций, которые желают принять участие в этой работе, определена форма для размещения открытой информации о компании и ее деятельности. Это необходимо для соблюдения нормативных требований и для того, чтобы рассказать населению об организациях, которые хотят заняться ремонтными работами. Форма размещена на сайте областного фонда капремонта. Дайджест недвижимости. Здание бывшего кинотеатра «Восток» продали на аукционе. Оно ушло с молотка почти за 16 миллионов рублей. Собственником двухэтажки на Ломоносова стал индивидуальный предприниматель. Само здание площадью 637 квадратных метров обошлось ему в 11 миллионов 280 тысяч рублей. Еще 4 миллиона 660 тысяч рублей стоит земельный участок. Износ помещения составляет 25%. В здании сейчас располагается спортзал. Дайджест недвижимости. Администрация приобретет жилые помещения. Открытый аукцион пройдет в электронной форме 15 августа. Срок окончания приема заявок 8 августа, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент муниципальной собственности. Подробную информацию можно узнать на сайте госзакупок. Дайджест недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке достигла 1 768 тысяч рублей. Такие данные приводит информационное агентство Роснет.ру. Квадратный метр в однушке в июне обходился в среднем в 54 670 рублей. Несколько ниже – 51 130 рублей – средняя стоимость квадратного метра в двухкомнатной квартире. В июне такое жилье на вторичном рынке Кирова можно было купить за 2 530 000 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.